Итак, ребят, ну что ж, здравствуйте. Сегодня у нас будет видео, посвященное опять Ладам, опять Жигулям. Сегодня у нас будет, я бы даже не сказал, что это будет тюнинг, это вот просто будет превращение в сток автомобиля. Но сток, я считаю, что это такое, это поставить штамповки, максимально ее подетализировать, чтобы прям она была как реальная. И раз уж работы будет не так уж много, поэтому я предлагаю сделать так. Убрать зазоры на дверях, чтобы они не открывались, то есть модель у меня будет глухая. Значит, я хочу продетализировать днище, поставить вместо моторчика вибрационного редуктор, дальше кардан продолжить, а также сделать имитацию подвески. Ну что ж, я считаю, что болтовня тут бессмысленна, поэтому распаковываем ее. Итак, ну что же, вот такая вот моделька, ну, обычная машина от Велли, шестерка. У меня такая была в коллекции, и ничего такого в ней нету, чтобы прям акцентировать на чем-то внимание. Ну что ж, единственное, она просто продетализирована лучше, чем автотайм. Ну что ж, разбираем ее. Ребят, сейчас, наверное, многие озадачились, зачем я вам показываю вот эти вот куски пластика. А это, ребят, знак, то, что надо быть всегда внимательным. Потому что это мои дверные карты, которые я кинул по ошибке с дверьми вместе с дверьми в растворитель. Итак, объясняю последние новости, которые произошли. Вот так вот выглядит мой сейчас шохер. Покрашен вот в такой вот цвет он. Это получается ванильный такой красивый цвет. Очень, кстати, идет шестерки. Итак, ну что ж, продетализировал с одной стороны вот эти вот молдинги, ну кроме вот этих вот, как называется, стоек. Я их еще не прокрасил. И вот вы можете наглядно посмотреть, как это смотрелось без детализации. Все это некрасиво. Все это вот так вот однотонно. И вот это все с детализацией очень красиво смотрится и по-реалистичному. Также заднюю часть тоже продетализировал. Работа, я бы на самом деле сказал, очень ювелирная. Приходится работать зубочисткой, то есть никаким баллончиком тут не забрызгаешь. И это прям такая работа очень хлопотная. Итак, машина вся продетализирована, готова к тому, чтобы ее покрыть лаком. Единственное, не сделать так, чтобы не продетализировал стопори, ну и всякие такие габариты. Это сделано для того, чтобы я уже после лака смог покрыть сначала хромом, а уже потом я покрыл лаком их. Также и вот с этой стороны. Я не прокрыл, получается, это не прокрыл, получается, серебрянкой, уже потом это все сделаю. А так, в принципе, все смотрится зачетно, красиво и достаточно эстетично. Итак, ребят, ну что ж, я ВАЗ-2106 закончил. Вот он. Итак, что же я сделал по итогу? Ну, я возвратил автомобиль полностью в стоковое состояние. Вот так вот выглядит он сейчас. Машина смотрится красиво, в коллекции будет выделяться. И, наверное, где-то 70% вида автомобиля зарешала детализация. А 30% зарешала диски. Реально, вот диски от пятнашки идеально подошли прям шестерки как родные. Вообще, я реально удивлен,
почему такой дефицит классики и вообще российского автопрома. Потому что семерку я нашел с горем пополам, шестерку я вот последнюю достал. Десятка вот осталась последняя на прилавке, я думаю, что ее тоже купят. Единственное, вот что у меня осталось в более-менее достаточном количестве, это Газель, и Гранта и Приора. Все, ну и Волга. Волга и все. А остальные куда-то пропали. Ну что ж, давайте я буду вам рассказывать про автомобиль. Значит, машина у меня вот в таком красивом бежевом цвете. Цвет ей подошел как нельзя кстати, потому что шестерка, я считаю, что она должна выглядеть в каких-то вот таких вот нежных тонах. Это белый, какие-нибудь серые. Единственное, вот цвет Nautilus подходит шестерке, и вот бежевый. Ну, наверное, еще красный может подойти. Значит, детализация — это отдельный момент, потому что я сложнее шестерки в детализации, наверное, нет ни одной еще такой модели, поскольку у нее куча углов, куча различных молдингов, которые нужно продетализировать. Так что вот, и, наверное, это сказал все-таки у меня опыт, то, что я наконец-то научился детализировать модели, потому что если вспомнить мою прошлую шестерку, это рестомод был, то там на самом деле у меня не было опыта работы с таким маленьким масштабом, во-первых, а во-вторых, у меня не было опыта детализации вот всяких этих молдингов. А тут у меня это получилось достаточно хорошо. Единственное, я забыл продетализировать поворотники. Но габариты я тут продетализировал. И сзади я тоже продетализировал. Также днище детализировано. А вот так вот. Ну что ж, про автомобиль в принципе ничего нельзя сказать. Просто стоковая красивая шестерка на дисках от пятнашки. В принципе, ничего такого нету, что можно прям вообще такого рассказать. И единственное, я продетализировал задние фонари, потому что без детализации они смотрелись угрюмо и некрасиво. Ну что ж, это видео про шестерку заканчивается, и следующее видео уже будет про иномарку. Ну что ж, всем пока и подписывайтесь на канал. Итак, что же я сделал по итогу? Ну, я возвратил автомобиль полностью в стоковое состояние. Вот так вот выглядит он сейчас. Машина смотрится красиво, в коллекции будет выделяться. И, наверное, где-то 70% вида автомобиля зарешала детализация. А 30% сорешало диски. Реально, вот диски от пятнашки идеально подошли прям шестерки как родные. Вообще, я реально удивлен, почему такой дефицит классики и вообще российского автопрома. Потому что семерку я нашел с горем пополам, шестерку я вот последнюю достал. Десятка вот осталась последняя на прилавке, я думаю, что ее тоже купят. Единственное, вот что у меня осталось в более-менее достаточном количестве, это Газель, и Гранта и Приора. Все. Ну и Волга. Волга и все. А остальные куда-то пропали. Ну что ж, давайте я буду вам рассказывать про автомобиль. Значит, машина у меня вот в таком красивом бежевом цвете. Цвет ей подошел как нельзя кстати, потому что шестерка, я считаю, что она должна выглядеть в каких-то вот таких вот нежных тонах. Это белый, какие-нибудь серые. Единственное, вот цвет Nautilus подходит шестерке. И вот бежевый. Ну, наверное, еще красный может подойти. Значит, детализация — это отдельный момент, потому что я сложнее шестерки в детализации. Наверное, нет ни одной еще такой модели, поскольку у нее куча углов, куча различных молдингов, которые
нужно продетализировать. Так что вот, и, наверное, это сказал все-таки у меня опыт, то, что я наконец-то научился детализировать модели, потому что если вспомнить мою прошлую шестерку, это рестомод был, то там на самом деле у меня не было опыта работы с таким маленьким масштабом, во-первых, а во-вторых, у меня не было опыта детализации вот всяких этих молдингов. А тут у меня это получилось достаточно хорошо. Единственное, я забыл продетализировать поворотники. Но габариты я тут продетализировал. И сзади я тоже продетализировал. Также днище детализировано. А вот так вот. Ну что ж, про автомобиль, в принципе, ничего нельзя сказать. Просто стоковая красивая шестерка на дисках от пятнашки. В принципе, ничего такого нету, что можно прям вообще такого рассказать. И единственное, я продетализировал задние фонари, потому что без детализации они смотрелись угрюмо и некрасиво. Ну что ж, это видео про шестерку заканчивается, и следующее видео уже будет про иномарку. Ну что ж, всем пока и подписывайтесь на канал.